ответьте. 415-я база, ответьте. Связь установлена. Всем привет. Извините за временные неполадки. Мы начинаем. Сегодня в выпуске. Робот-хирург, который смог. Невероятный пауэрбанк. Тесла караоке. Ночная бабочка, как новый алгоритм защиты. А также новый дизайн YouTube. Робот-хирург, который смог. В медицине произошла очередная мини-революция. Ученые из университета Джонса Хопкинса уже много лет работают над своим роботом, а точнее системой STAR. Роботизированная система, предназначенная для проведения хирургических операций, а точнее сшивания мягких тканей. Наноточность, а также скорость и автономность делают из этого робота суперхирурга. По словам Кригера, операции на мягких тканях особенно сложны для роботов из-за непредсказуемости событий, заставляя их быстро адаптироваться к неожиданным препятствиям. STAR имеет новую систему управления, которая может корректировать хирургический план в режиме реального времени, как это сделал бы хирург-человек. В результате эксперимента данный робот сделал операции 4 свиньям. В сравнении с результатом процедур, выполняемых человеком, наложение швов роботом признали более точными и последовательными. Использование нанотехнологий в медицине – именно то, что нужно сейчас человеку. Караоке-микрофон для владельцев Tesla. Илон Маск каждую неделю радует нас новыми дополнениями к своему электрокару Tesla. И в этот раз мы не остались без приятного сюрприза. В продажу поступили комплекты из 2 микрофонов вместе с обновлением программного обеспечения, которое посвящено китайскому Новому году. Для использования устройства потребуется приложение для караоке Леший КТВ. Гарнитура автоматически соединяется с системой электрокара. Пользователи могут выбрать один из нескольких предустановленных режимов. Микрофоны также можно использовать и вне автомобилей Tesla. Данный комплект Tesla Mic раскупили всего в течение часа с начала его продаж. Стоимость микрофона немного превышала $188, а форсовщики, местные предприниматели, предлагают приобрести девайс с рук всего за $500. Также в январе компания подала заявку на регистрацию торговой марки для продажи собственного звукового оборудования. В данную категорию входят наушники, микрофоны, динамики, цифровые плееры, мегафоны, аудиоинтерфейс и другая техника. Ночная бабочка поможет обеспечивать информационную безопасность. Возможно, совсем скоро появится новый способ усилить цифровую безопасность. Причем способ неожиданный. Исследователи из Южнокорейского института науки и технологий Кванджу предложили использовать шелк тутового шелкопряда в качестве ключа безопасности. В статье, опубликованной в журнале Natural Communication, исследователи заявили, что свойства шелка можно использовать для создания физических неклонируемых функций PAF. PAF могут выступать в качестве физических ключей безопасности для цифровых сервисов. Причем такие ключи невозможно дублировать или клонировать. Аппаратные ключи безопасности – это устройство с уникальной идентификацией. Они содержат чип с протоколами безопасности и кодом, который позволяет подтвердить личность для доступа к онлайн-сервисам. Исследователи из GIST считают, что можно создать надежные и экологичные ключи аутентификации благодаря использованию естественных микроскопических различий в волокнах шелка. Волокна, на которых проводились исследования, были получены из ночной бабочки Bambix Mori. Затем GIST использовал датчик изображения, светоотражающее зеркало и 3 диода, чтобы зафиксировать узоры света, отраженного от шелка. Таким образом, получается уникальный паттерн безопасности. При оптимальной плотности луч света, попадающий на шелк, вызывает дифракцию света. Наноструктуры в отдельных микроволокнах усиливают контраст интенсивности света по отношению к фону. Затем свет улавливается датчиком изображения. Поскольку узор микроотверстий получен естественным образом, он уникален, а значит, рисунок света создает уникальный ключ доступа. Затем ключ можно преобразовать в цифровой формат в 15 шелковых ID-картах, из которых можно извлечь код аутентификации. Чтобы обойти такую аутентификацию брутфорсом, потребуется примерно 41 год.
Это первый модуль PAF, разработанный с использованием природного материала. То есть людям не нужно тратить время на разработку сложных ключей безопасности. Природа уже сделала это за нас. Невероятный пауэрбанк емкостью 27 миллионов ампер-часов. Китайский ютубер по имени Хенри Гэнг придумал крупнейший в мире аккумулятор с невероятно большим объемом емкости. Изобретатель создал пауэрбанк на 27 миллионов ампер-часов. Основным компонентом пауэрбанка является большая аккумуляторная батарея, похожая на те, что используются в электромобилях. Гэнг сам строил большую часть проекта, включая защитную раму и проводку для 60 портов питания. Гаджет, достаточный для зарядки примерно 5000 телефонов с батареями емкостью от 3000 ампер-часов. Блок питания может питать не только смартфоны, а и стиральные машины, телевизоры и другие бытовые устройства. Хотя пауэрбанки зачастую и портативные, этот пауэрбанк вряд ли поместится в вашем кармане. Видеоплеер YouTube на Android iOS получил новый дизайн. Сервис YouTube внедряет новый интерфейс для полноэкранного проигрывателя в мобильных приложениях для Android и iOS. По задумке, теперь пользователям будет легче ставить отметки «нравится» или «не нравится», просматривать комментарии и делиться любимыми роликами. В старой версии интерфейса для доступа к большинству из этих функций требовалось выполнять жест смахивания. Теперь эти функции перемещены на передний план в нижнем левом углу экрана. При этом связанные видео, ранее выводившиеся в нижней части экрана, теперь убраны в небольшую кнопку, расположившуюся в правом нижнем углу. Эти изменения заметны только при просмотре видео в полноэкранном режиме. Когда пользователи смотрят ролик в портретном режиме, приложение выглядит практически без изменений. Теперь получить доступ к комментариям можно нажатием одной кнопки. Google уже приступила к разворачиванию новой версии пользовательского интерфейса в мобильных приложениях YouTube для Android и iOS. А на этом все. Ставь лайк и пишите свои комментарии. До встречи! Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям.